Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Задание за зомби будем с вами дальше проходить. И посмотрим. Так, тернистая ситуация. Тут у нас такой замок, где, видимо, живет Роза. Ну что, для начала будем играть за нашего любимого Разгрома. Посмотрим, как он сможет ли справиться с Розой. Если нет, конечно же, будем сразу менять. Так, хорошая карта, но... Ладно, я ее оставлю. Пока оставлю. А вот здесь надо... Ай-яй-яй. Да чтоб тебя. Ладно. Первый ход есть, но я не буду его тратить, ребята. Хотя посмотрим, кого он сейчас поставит. Ну, это, в принципе, ерунда. Пропускаем с вами ход. Два в лицо получаем. Но это не критично. Мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Ах ты! Я понял, друзья мои, что он собирается сделать. Так, этот останется у нас без атаки. Шикарно. В общем, короче, сейчас будет заморозка. А, не успел, не успел он. Спасибо большое. Это я... Человечку, который сказал мне: удачи тебе, Рейти, в бою. Прочерк. Вот жулик. И заморозка. Ладно, раз ты так делаешь, я тогда буду тебя уничтожать вот этим вот шаром. Так, три карты у Розы осталось. Мы, скажем так, пока в нашу пользу все идет. Четыре энергии. Блин, я же вот эти вот заклинания брал для прошлой игры. Вы помните, да? Опять. Что мы с тобой сделаем? Мы с тобой сделаем вот так вот. Ну, ты сам понимаешь, я не хочу. У него все растения с прочерками. Вот что я заметил. Окей. ХПшки мы с тобой сравняли. О, отлично. Так, вызвать медика или... Или же нам лучше вот так вот. Пускай стоит. Так, Роза задумалась. Пошла заморозка. Соответственно, этот чудик будет усиливаться. Да? Подснежник фигов. Да ладно, ты всех мне решил заморозить? Ты прикинь? Он просто всех заморозил мне. Ой-ой-ой-ой-ой. Жалко, что он не на ландшафте. Но все равно надо ему вот так вот сделать. Да, бедный зомби, мы его потеряли. Тут тоже потеряли. Так, у нас с тобой 6 энергии. Я даже не знаю. Я пропущу ход, я буду уничтожать. Ну, это терпимо, поверь мне, это терпимо. А вот этого мы с тобой уничтожим. 4 в лицо получим. Как пить дать? У нас с тобой есть, слава богу, медики. Хотя, знаешь, что я тебе скажу? Да, я сделаю подхил. И уничтожение будет через спрей. Ха, рикошет зомби. У меня спрей, голубчик, спрей. Идите отсюда вон. Стоят тут над душой. Так, у нас еще два медика. Ё-моё, да я могу тут полностью захиляться. Так, вызываем спортсмена. Вытягиваем с тобой отличную, причем, карту. Ставим сюда. Становится 4-4. Шикарненько. Так, ну естественно, заморозка зомби. Но ничего он не вытаскивает. Ага, рикошет, да, делать сюда. Ха-ха, жук. Да, уничтожает зомби. Но с картами, как мы видим, у Розы большущая просто проблема. А теперь мы сделаем с тобой, знаешь что? Можем вызвать вот этого зомби-бота и просто уничтожить. Или же мы можем сделать с тобой вот так. И, предположим, вот так. Ну, что у тебя там, Роза, припрятано? Ну, конечно же, с прочерком. Ладно. Так, уничтожаем. 3 в лицо. У нас отхил. Тратить, конечно же, не будем. О, то, что нужно. Смотрите-ка.
Мы с тобой вызовем, наверное, еще хиллера. Опа. И вот так вот сделаем. Так, 3-3, да? Я так и понял. Мы с тобой сделаем вот так вот. Все, друзья мои. 4 в лицо. Тут обмен. Здесь уничтожаем. И 2 в лицо еще. И 8 здоровья остается у Розы. Я так понимаю, что шансов у нее просто на выживание нету. Давай вот так вот сделаем с тобой. Ну что там у тебя, заморозка, говоришь? Нет, ничего не стала делать эта Розочка. И поэтому сейчас она, наверное, погибнет. Так, в козла превращает. Ты не забывай, что у тебя 2 хп. У меня сейчас будет удар по тебе, дуреха. Зачем она так сделала, не понимаю. Но побед за нами. И это хорошо. Разгром, как всегда, показал, что он достойный чувак, да? В нашей колоде. И мы переходим с тобой на вторую миссию. Кто здесь будет? Вспышка на солнце. Ну что ж, давай глянем, что может нам предложить вспышка. Здесь заменяем. Ага. А если так сделаем? Твою ж налево. Две очень серьезные и крупные карты. Именно по энергии. Ну что, у меня нет первого хода, я пропускаю. Ага, вспышка тоже пропустила. Ладушки. Ну что, будем вызывать тогда зомби, наверное, да? Будем вызывать с тобой зомби. Я знаю, что... Ах ты. Но, по крайней мере, она не улучшилась и не усилилась. Так, тут взаимный обмен. Но мы получаем с тобой зомби-робота. А вот он. Так, могу позвать обычного зомбаря. Вот сюда поставлю. И у меня еще будет ход, чтобы поставить ландшафт. Вот сюда, наверное, и поставим его. Отлично. Бамс. Ну, он отхилится, это понятное дело. Ага, спортсменчик. Давай, родной. Что-то нам там... О, неплохо. Неплохо, я тебе скажу. Вот сюда его поставим. Так, сейчас... Ох ты. Так, всем по урону, понятно. Так, а мы с тобой что получим? Мы с тобой получим 2 единицы урона, да? Но это не критично, на самом деле. Это не критично. Так, виноградина. Что же нам с тобой сделать? Мы можем... Погоди-ка, а если я сделаю... Вот так... И вот так. Не забывайте, что у вспышки на солнце есть заклинание, которое может нанести 1 единицу урона всем зомби, стоящим на земле. То есть, если она сейчас применит... Она так и делает, а? Ты посмотри. Я вот этого и боялся. Этого именно я и боялся. Так, что она там получает? Понятно, еще получает себе дополнительную энергию. Да, а вот теперь будет все намного хуже. Все намного хуже, друзья мои. Ну, во-первых, нам нужно с тобой поставить вот сюда вот зомби. Потому что любое растение, которое он поставит, оно будет телепортироваться именно сюда, на эту линию. Да чтоб тебя, а! У него, оказывается, был кабачок. Но мне вставить некого. Так, 7-8, да? Мне дали шар. Стоит ли нам вызывать? Я боюсь, что опять уничтожит. Давай вот так вот сделаем. Где мои сильные крупные зомби? Я не понимаю. Уничтожает, да, моего зомбика. Так, переходит сюда. Слушай, мы можем его раздавить. Хотя... Это ягода, поэтому... Наш зомби с белочками его уничтожил. Погнали. Так, 11 хп у вспышки. Но тут я, наверное, все-таки сделаю вот таким вот образом. Посмотрим заодно, будет он уничтожать мне фараона зомби или нет. Ну,
Ему надо будет выставить кого-нибудь слабенького, да, чтобы он попал сюда. Ах ты жук! Ты посмотри, как он разобрался с нами, а? Но зато он потратил две карты. Блин, у меня одни заклинания. Мне нужны карты, карты зомбарей. Ну давай я сделаю вот так и вот так. Смотрим. У меня еще остается. Воу-воу-воу-воу, началось, блин. Началось, друзья мои. Лучше, блин, и не придумаешь, а? Ну и вот разве это честно? Легу свою влепил, да еще какую, сам видишь. Кого я могу здесь раздавить? Либо того, либо этого. Будем уничтожать вот этот, потому что он дает... Он восстанавливает себе, точнее не восстанавливает, а накапливает себе атаку и защиту за то, что отхиливает растения. Так, этого уничтожили. Но мы с тобой сейчас получим 6 в лицо. И причем я больше чем уверен. Так, кого мы с тобой будем отсюда убирать? Ну, конечно же, вот этого вот говрюшу. Хотя надо было, наверное, здесь уничтожить. Мне кажется, еще у него есть в рукаве, как говорится, такая же карта легендарная. Я этому не удивлюсь нисколечко. Ну ладно, хорошо. Эту ягоду мы с собой сможем, наверное, уничтожить, да? По идее. Так, он вытягивает карту. Он вытягивает карту. Так, кому мы нанесем с вами? Так, ну по идее вот сюда надо бомбить. Да, мы так с тобой сделаем. А уничтожим, наверное. Или нам сделать лучше безумие. Твою же налево, я даже не знаю. Ладно, уничтожим. И сделаем с тобой безумие. Так, уничтожим его, да? И 6 в лицо звезданем. 11 хп. У нас 8. Так, у него 12. Ага, ход зомби. Ход зомби, мне нечем ходить, ребят. Карт нету. Ну что он там задумался опять, а? Нет, это добром не кончится. 3-3. Угу, давай сюда. Да ты заколебался своими, блин, вишневыми бомбами. Так, что нам делать? Этого уничтожить? А, он сюда еще хиллера влепил. Давай так сделаем тогда. Офигеть. Да, у нас с вами тоже дела идут не очень хорошо. 12 хп мы с тобой имеем. Так, зомби. Давай-ка сюда, он у нас имеет неуязвимость. Да ты заколебал, то отхил, то леги, блин, то еще что-нибудь. Блин, ну как вот так вот? Взял, уничтожил мне этот, а? Ну посмотри, что творит. Вообще оборзел, просто оборзел. Мне других слов нету. Ну вот нафига мне вот это вот даете? Ну нафига мне вот это нужно сейчас, блин? Я в тот раз набрал вот этих заклинаний, а не поменял, друзья мои, понимаете? Не поменял. Поэтому надо будет колоду пересматривать у нашего разгрома. Ну и что, получаем 5 в лицо, остается 2 хп всего лишь. Ну что, я могу вот так вот только сделать? Тьф. Да. Да у него все есть. Но это как специально, понимаешь? У него все есть, блин. Трындец. Просто трындец. 3 в лицо у нас с тобой остается. 1 хп. Как хочешь, так и выжил. О, ну неужели хоть отхил дали? Хотя не забывай, у него 2 карты.
Любую сейчас поставить, да, какую-нибудь? Не, друзья мои, ну это уже все, это трындец. Ну это борзота, вот что я тебе могу сказать. Это уже борзота. Это борзость. Все, ребят, проиграл, конечно же, проиграл. Ну куда, ты прикинь, у него две легендарные карты, тем более какие. Он взбесил меня просто, понимаешь, взбесил. Так, разгром. Давай-ка мы кое-что глянем. Тебе нужно изменить колоду, это однозначно, потому что у нас она совсем по-другой заточена. Во-первых, нам нужно вот эти вот убрать, слишком много. Таких у нас, вот был бы у меня зомби-робот, я бы его быстро ушатал бы. Моментально просто бы. Так, это пускай остается. Кстати, надо, наверное, взять еще одного в колоду нам. Здесь у нас есть. Давай добавим, даже еще одного надо, потому что там очень много ягод. Так, дальше что мы с тобой можем? Вот это, наверное, убрать стоит. Или не стоит? Кого уберем с тобой? Или что уберем? Давай, наверное, один с тобой шар вот этот уберем. Можно, в принципе, сумоиста добавить нам в колоду. Как варик. Все, вот такой вот попробуем колодочкой пройти. Ну, блин, против леги, конечно. Я запомнил, у него, короче, две легендарные карты, да? Плюс ко всему у него очень много заклинаний на уничтожение. Плюс кабачок есть. То есть, всего хватает, всякого барахла, короче. Так, ну что, приступим. Первого хода у меня, как всегда, нету. Начинается. Начинается, выкопал где-то свой цветочек этот аленький. Что мы с тобой сделаем? Давай вот так вот. Он его, по крайней мере, не сможет уничтожить заклинанием. Окей. Уничтожаем. А, у него еще две вишневые бомбы. Вот что, не стоит забывать. Две вишневые бомбы. Так, ну что, мы, наверное, сюда вот поставим. Блин, как-то вот подставляй просто под вишневую бомбу все, понимаешь? Вызвал, да? Хила себе. Так, поехали. Ага. И вот так вот. Он все равно отхиливается, гаденыш, понимаешь? Он отхиливается. Дальше мы с тобой сделаем, наверное, вот таким вот образом. Вишневая бомба, она стоит, по-моему, 4 энергии, да? Уничтожает одного все-таки, а? А, на него не действует? Тогда отлично. Смотри, смотри, что сделал, а? Понизил здоровье. Так. Ну и что там у тебя? Еще двух шампиньонов он выставляет. Не одно, так другое делает, а? Эх, было бы у меня достаточно энергии, я бы сделал бы здесь неуязвимость. Но я не могу. Я не могу. Значит, уничтожат здесь, здесь и здесь. Хотя это не факт. Давай вот так с тобой сделаем. Ну что, погнали. Мы можем с тобой... Не советую, наверное, вот это делать. А лучше... 2 плюс 2, да? 2 плюс 2. Давай сюда сделаем. Погнали. Ага, минус. Так, этот отхилится, гаденыш, еще, да? Ну, ладно, пока терпимо. Но не забывай, что у него есть легендарная карта. Ну, что будем делать с вами? Блин, он свою вишневую бомбу применит. Вот как пить дать применит ее. А я рискну. Я... Ну ты посмотри, блин, ну... То у него одно, то другое. Слушай, он же уничтожит, да? Даже который у нас в неуязвимости, или нет? Вот этого я не помню. Ага, нет, он не убивает, друзья мои. Наносит в лицо? Ты прикинь, он мне в лицо наносит 2 единицы урона. Вообще наглую. Упс. Твою же маковку, а.
Что я могу сделать? Я сделать могу вот так. И, наверное, эволюцию не стоит, да, скорее всего, делать, потому что он мне уничтожит, скорее всего. Ну ладно, попробуем так сделать. Ага, восстанавливает здоровье. Не себе, а ему восстановил. Ты прикинь, что творит. Да, и что я могу сделать? 2 единицы урона нанести, да? 3 единицы урона. И этого все равно будет мало. Ладно, я сделаю так. Ну, погнали, уничтожим этого халабуду. 7 хп осталось. Че, давай сделаем так, наверное. Эволюцию я пока трогать не буду. Сейчас 100% вызовет. Ага, бомбу вишневую применяет, прикинь. А что же так плохо-то? Что он выжидает? Выжидает, наверное, карту тянет. Он ждет ее, свою легендарную эту карту. Мне, понимаешь, мне некого поставить. Вот привидений, ну нет смысла их выставлять. Этого с эволюцией тоже нет смысла выставлять, понимаешь? Вот началось. Мы дождались, блин. Че он там навызывал? Ёпарасоте. Офигеть. Ну, ребят, ну вот как вот можно так играть? Ну вот объясни, как? Ну и кого тут уничтожить? Вот этого, наверное, да? Это только первая карта, а у него еще и будет одна такая. Так, ладно, давай подумаем. Наверное, за разгрома не будем играть, будем за кого-нибудь другого. Так, ну что, я сделаю вот таким вот образом. Дальше нам с тобой лучше сделать эволюцию. Вот этого уничтожаем. Так вот, и дальше мы с тобой сделаем вот так. У него 5 хп всего лишь, понимаешь, 5. Ну давай, выставляй свою легендарную карту опять же, второй раз. Что ты там задумалась опять? По просьбе трудящихся, блин. Ты смотри, что творит, а. Посмотри, что он творит. Что мне тут дают? Хил. Бамс. Да, друзья мои. Очень скверненько у нас тут с вами получается. Если я сделаю вот так... Эволюция зомби. Эволюция кого? Блин. По идее, вот этого надо убирать отсюда. Ну, давай посмотрим. Какая карта у него там. Трындец просто. Ну, понятно, понятно. Начинается у него. Смотри. Прикрылся, здесь прикрылся. Со всех сторон, короче, еще наносит 3 единицы урона. Ну вот как это можно, ребят, понимать, а? Ну этого мы уничтожим, да? В легкую, белки мои. А дальше-то мы с тобой наполучаем сейчас. Ё-моё, сколько урона. Безумие, безумие мне вряд ли здесь поможет. 2 выстрела сейчас еще. Где мой зомбобот, ё-моё, а? Ну вот где вот он, когда он нужен мне? Его нету, друзья, понимаете, нету его. Он нужен мне, блин, его нету нифига. У него газонокосилка, которая уничтожает любого зомби, блин. Ну и чё? Ну и как? Нет, ребят, фигня полная. Это знаешь, только если как бы тянуть до последнего, чтобы... Тебе выпал именно зомбобот. Вот это гигантский, который уничтожает всех. Ну это нереально. Ладно, я попробую сейчас, конечно же, сыграть за другого персонажа. Это будет у нас супермозг. Давайте посмотрим, что у него там в коллекции.
Подожди-ка, нам не нужны... Вот прочерк мне вот точно здесь не нужен, хотя... Оставим так, заморозка, вытягивание карт, у нас все этого хватает. Кстати, можно еще одну заморозку взять, только вот вместо кого? Вместо кого можно взять заморозку? Она, кстати, очень хорошо пригодится нам. Вот вместо этого, наверное, мы с тобой возьмем, да? Так, подожди-ка, вот это что у нас за зомби? Я не помню. Наносит бонус на атаку при появлении. Добавим. Ну, вот как-то так, друзья мои. Попытаемся. Видишь, в этой колоде нету легендарных карт. Вот в этой колоде именно за супермозга. Прочерк, что ли, убрать? Усы всего лишь одни у нас. А это у нас делает случайный зомби, который стоит на один дороже. Что-то я же думал, зависло все. Короче, попробуем так сыграть. Супермозга выбираем и поехали. Ну, вот это всегда, друзья мои, всегда вот начинается такая вот канитель. Вроде все на изи, а потом, как всегда, куда-нибудь встрянешь. Ну что, оставляем, наверное, с тобой так все. Получает усы. Какие усы? Нет у нас никаких усов, ё-моё. Видишь, сразу у него. У него все есть, блин. Это как будто специально подобрана карта против меня. Секёшь, да, о чем я? Так, давай. Против амфибии наверняка тоже у него что-нибудь есть. Да смотри, что творит, а. Трындец. Так, ну что, нам надо сделать с тобой добор, я так понимаю. Выставляет хиллера. А мы с тобой сделаем вот так. Угу. И... А стоит ли на него тратить? Нет, не стоит. Не стоит на него тратить заморозку, потому что это так себе вшивенький персонаж. Мы сделаем с тобой вот таким вот лучшим образом. 4-4. Так у него сейчас газонокосилка или еще что-нибудь будет? Нет, ничего не стал делать. Удивительно. 5-5. Слушай, давай вот так вот сделаем. Я не буду за ним гнаться, пускай лучше он гонится за нами. Смотри, у него какое, даже такое заклинание есть. Прикинь. Так, перемещает зомби и наносит бонусную атаку. Давай-ка вот сюда переместись, пожалуйста. Снесем этого хила, чтобы он тут мозги нам не компенсировал. Амфибия. Так, дальше мы с тобой что можем сделать? Отбрасывание растений. Это все, конечно, понятно. Давай вот так вот сделаем. Но ты понял, да? Ты понял прикол? Угу. Так, давай бонусную атаку делать. Поехали. Так, 7 хп у него остается, да? Уничтожил, гаденыш, меня, а? Так, далее, что мы с тобой можем здесь замутить? Что мы с тобой можем здесь сделать? Он уничтожит его. Как пить дать? Давай сделаем с тобой вот так. Слушай, мы можем отбросить же растение, да? А он его все равно потом поставит. Не забывай, что у него еще есть бомба эта долбаная вишневая. Как-то меня это напрягает. Напрягает это все. Так, это у нас менеджер. Блин. Ну давай сюда поставим, фиг с ним, блин. Иду ва-банк, друзья мои. Прикрылся, да? Тут тоже прикрылся. Ай, за Сири. Да, под прикрытием, друзья мои. Под прикрытием.
работает чувачок. Ждет, он ждет, 100% ждет эту, как ее звать-то? Легендарную карту свою. Наносит 3 единицы урона случайному растению. Если я сюда поставлю, стоит, наверное, ожидать. Хотя я могу вот так вот сделать, ребят. Хм. Рискну, так уж и быть. Давайте, закапывай всех. Пускай все это будет в рандомном порядке. Ага. Дудки. Сейчас будет все тут заставлять, да, наверное? Так, смотри. Ага. Блин, я думал, что сюда выпадет. Ладно, хорошо, поехали. Так, так. Ну, естественно, естественно, у него зарабатывает. Блин, он все равно в лицо наносит, а? Ты посмотри. Он уверенный в себе вообще, чувак, просто по полной программе. Минус 2 зомби, да? Нет? Нет, одного только уничтожил. Так, ну что, я могу прочерк поставить. Ну вот сюда я влеплю его. 7 уничтожает зомби. Понятно. Еще уничтожает, да? Ну а мы с тобой тогда делаем вот так вот. Бонусную атаку. И добиваем. Он попался на мою ловушку, друзья мои. Он попался. Так что, блин, ну напрек, напрек, если честно. Переходим дальше. А дальше у нас кто? Дальше у нас будет Роза. Так, ну против Розы я, конечно же, буду брать Разгрома. Поехали. Она же, как всегда, неугомонная. Какие-нибудь условия будут к ней присобачены. Видишь, да, уже вон грипп получила. Ага, значит, вот это мы, наверное, заменим. Сумма есть неплохо. Хила, хила тоже заменим пока. Во, то, что нужно, друзья мои. Так, здесь пахнет розами и дымовиками. А еще Роза получает плюс 5 единиц здоровья. Теперь оскорблены абсолютно все мои чувства. Оскорблены, блин, все его чувства. Что он сейчас будет делать? Хе! Ах ты, жук, ты навозный. То есть получаем с тобой 4 в лицо. Бумс. Так, как бы нам этого-то... А вызовем-ка мы с тобой сумоиста. Ну, ну, может, хватит уже, а? Так. Давай-ка мы с тобой вот этого сюда перетянем. И уничтожим. Да, по нам, конечно, бомбят здесь жестоко. Уничтожить. Уничтожить. Давай, убьем. Еще один лютик. 3 карты у Розы. Давай я вот сюда поставлю его. 3-2. Ах, зараза, ну... Так, способность команды, да? Ну, мы можем с тобой что сделать? Понизить атаку? Например, вот так вот. 3 в лицо, да, получается? Мы с тобой зарабатываем. Ну, а дальше... Оу, привидение. Привидение это, ребята, хорошо. Привидение это очень замечательно. Вот только куда... Я, наверное, сделаю вот так вот. Но... Рикошет зомби. Ну, я не против, в принципе. Призрак в копилочку упал обратно. На тебе еще урон. Блин, нам бы хильнуться не помешало бы, если честно. Нам бы с тобой не помешало захиляться. Так, если я сделаю... Следующим образом. Так, 1-1. И ко всему прочему... Вот так поставлю. Ну, давай. Так, грибок, иди сюда.
Так, мы с тобой еще сделаем безумие. Понеслась. Ага. Так, отлично, отлично. Но этого можем уничтожить, в принципе. А каким образом? Зомби нам может помочь в этом деле. Вот этот вот. В броне. Ну-ка. 5! Ё-моё! Слушай, ну 5 в лицо не хотелось бы получить-то, ё-моё. А куда деться-то? Это серьезная заявочка. Так, нужно срочно делать эволюцию. Просто срочняк. Уничтожили, да? Слушай, если у него сейчас будут эти чудики с прочерком, то фейл будет у нас. Так, сюда, сюда иди. Заморозку, блин, делает, а? Вот гаденыш. Он сделал заморозку. Уничтожил, конечно же. Что там он? Превращает в случайного зомби. Не одно, так другое, а? Яйцо. Ну, какие варианты, ребята? Есть, есть у нас с тобой вариантик один. Ставим сюда зомби с неуязвимостью. И у нас есть еще заклинание, которое уничтожает любое растение. И в данный момент это грибок будет. В данный момент это будет именно вот этот гриб. Так, мы получили... О, 50 получили. Ну что? Окей, вот таким вот образом. Так, поехали. Уничтожаем. И 3 в лицо. На тебе, на. О, шикарно, друзья мои. Очень шикарно, но я буду выставлять вот так. Лишь бы не было карты с прочерком. Понимаешь, если будет прочерк. Чё-то чудит, а, ты посмотри. Ладно, 1 единица урона, это не так страшно. Зато мы сейчас влепим сколько, ты прикинь. Так, ага. Хиляемся, естественно, сразу же отхил. 10 здоровья у нас должно быть. Что она там вытянула? В козла, блин, превращает. Ладно, фиг с ним. Фиг с ним. Опа. У меня одна карта последняя осталась. Фараон. Мне даже некуда его поставить. У меня все забито. Ага. Замораживает, да, и вытягивает карту. Рикошет зомби. Очень интересная тактика. Очень интересная. Роза, ты в курсе, что ты продула уже, а? Не? Так я тебя хочу обрадовать, ты продула. Почему? Ну смотри, во-первых, мы ставим с тобой вот так. Но во-вторых, ставим вот так. Нет, если, конечно, у него там есть карта уничтожения сразу же. Или еще что-нибудь там. Ну да, 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 рикошет. Я так и думал, ребят, поэтому сумоиста и поставил сюда. Именно для того, чтобы переместить этого голубчика именно сюда и, конечно же, его добить. Погнали. Оп. Так, и остается одно здоровье всего лишь у Розы. Нам выпадает спрей. Мы с тобой сделаем, наверное, вот так. Ну что, Роза, давай, показывай свои козыря. Нет у тебя козырей, да? Ну тогда все. Пиши, пропало. Превратила мне чудика в козла, от козла и получила. Шикарно, ребят, шикарно было сыграно. Но это еще не конец, как ты понимаешь. Еще только самое начало, потому что впереди будет 2 уровня. Интересно, кто сейчас будет у нас? Зубастизила. Вот с ней-то я как раз мало дрался. И поэтому я, не знаю, непредсказуемая тактика у этой зубастизилы. Ну что, наверное, вот так оставим, да, с тобой? Зомбобота я оставлю на всякий случай. На всякий-всякий случай. Потому что что она там сделает, я ума не приложу. Так, делаем с тобой ландшафт. И под этот ландшафтик мы уже с тобой будем выставлять наших зомбарей. Но... Капусточка, не-не-не-не-не, родная моя, иди сюда.
Иди сюда, конечно, захотел чего. Такому не бывать. Да, конечно, было бы лучше, если бы мы уничтожили ее, но ладно. Так, мне и поставить-то некого. Самое еще противное. Да? Ты уверен? Не-не-не-не-не. Вот этого надо уничтожать, друзья мои. Этого надо давить. Как я не знаю кого. Если он собирается копить энергию, значит, у него какие-то есть офигенно крупные карты. Офигенно крупные карты, ради которых он, в принципе, все это и затеивает. Выстави, пожалуйста, орех или... Вот! Подожди-ка, это орех разве? Мы его уничтожим? Нет? Белки, наверное, не смогут. Нет, смогут! Очень даже классно. Погнали. Тыч! Отлично. Так, что дальше? Призрак. Призрака я тратить не хочу, серьезно тебе говорю. Сейчас будем смотреть, что он будет выкидывать. Угу. Уничтожает сразу же. А зачем нам это делать? Не вижу, ребята, никакого толку, пока на него тратить заклинания. Ага, а вот теперь можно. Сделаем с тобой вот так вот. Без атаки его оставим. Эволюцию тоже пока трогать не буду. Точнее, вот этого вот зомби, который имеет способность эволюции. Ага. Вот это уже будет похуже, друзья мои. Похуже. 4-3, все равно дофига урона мы с собой получим. Так, как бы нам с ним разобраться? Как бы нам через эволюцию, может быть, бомбануть? Ну как варик. Давай его уничтожим. И сделаем с тобой еще вот так. Смотрим, друзья. Что же зубостезила для нас тут приготовила? Она каверзная. Думает. Мне порой кажется, когда она вот так вот думает, у нее карты там меняются. Эй-эй-эй-эй-эй, орех мы уничтожим. Орех мы с тобой уничтожим. Вот капуста, то, что 2-4 стало, это, конечно, плохо. Давай этот орех уничтожаем. Хиляться? Нет, пока хиляться я не буду. Рановато. Так, что у него там?
Говорит, да ради бога, ради бога, мне не жалко. Вот здесь это, о, даже еще и лучше. Превратила тоже мне. Молодец, красава. Ход зомби, естественно, не могу никакого хода здесь сделать. Сейчас будет свои лазербины выставлять. Которые на ной... Ага, нет, не лазербин пока еще. Сделать ничегошеньки не могу. Так. Все. Остается без брони наша Роза на куче навоза. Но вот теперь нужно ее как-то пробить. Это я, наверное, оставлю. А сделаем с тобой вот так. У нас есть еще хил, есть безумие. Посмотрим. Посмотрим, что они сейчас тут затеют. Вот это заклинание надо оставить. Смотри, что творит, а? Ёпарасоты, что вытворяет, чудило? Блин. Я даже не знаю, как быть. Охо-хо-хо-хо. Да, все намного хуже. Все намного хуже, друзья мои. Давай, наверное, вот так сделаем с тобой. И вот так. Какую-нибудь карту дай путевую. Путевую, хорошую. Ладно, фиг с ним, годится. Нет, 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 нет. Ну какого лешего, блин, все не так пошло, как я хотел. Все пошло абсолютно не так, ребят. Ну, конечно, надо здоровье восстанавливать. Не знаю, как нам это поможет. Так, этих мы уничтожим. Вот здесь, конечно, будет жестко. Сейчас защита сработает, да? Защита сработает. Ну, давай вот так вот сделаем, фиг с ним. А зачем я так сделал, скажи мне. Он же сейчас все равно у меня уйдет в руку. Вот это я сдурковал сейчас, сам сдурковал. Угу. 6 стоит, да? Твою же налево, блин. Или нам вызвать фараона? Если фараона уничтожат. Ой, ребят, я даже не знаю. Он сейчас будет лазер... А, нет, гриб. Гриб свой паршивый выставил все-таки, а? То есть, ты понимаешь, да? Опять в лицо получим с тобой. И на этом песенка наша будет спета. Плохо. Плохо, черт подери. Так, значит, смотри, он выставляет свои растения с прочерком. Нам нужно уничтожать их раньше, чем они сделают свои удары. Что мы можем с тобой по этому поводу взять? Неплохо идут привидения, неплохо идут вот эти вот, да? Очень даже неплохо, может быть, нам даже предстоит их взять. Причем всех. Орехов я здесь особо много не видел, так что, наверное, вот этого уберем. И возьмем, добавим этих. Дальше, смотри. Это нам, наверное, не пригодится, это не пригодится. Эволюция, ладно, бог с ней. Так, это тоже нормуль. Хм, да в принципе, как бы все хорошо, все отлично. Хилов надо побольше, наверное, да, здесь? Сколько у нас? 3. До этого более чем достаточно. Этого более чем достаточно и... Даже не знаю. Попробуем такой командой, наверное, сыграть. Блин, Гаргантюа меня изначально вот раздражает тем, что когда они получают урон, они выбрасывают своих вот этих мелких ханориков. Так, ну, в принципе, как бы нормуль. Колода. Так, на старт, внимание, побей босса. У нас сейчас получится то же самое, как и в прошлой серии. Ну да, да, я понял, понял условия, все. Хорош. Естественно, выставляет, как обычно. Мы с тобой делаем вот так.
Ну что, поехали. Ладно, выбрасывает свою мелочь. Так, дальше здесь. Так, куда он его бросит? Сюда. И сюда. Слушай, а можно набрать заклинания, которые усиливают маленьких вот этих зомбят? В принципе, как вариант, тоже бы зашло. Да? По идее-то. То есть мы просто... Заморозка зомби. Мы просто с тобой усиливаем зомби вот этих всех маленьких, и все. Как вариант, кстати. Так, выбрасывает малыша. Ну и сам, конечно же, погибает. Что там? Превращает случайного зомби. В кого превратит? Ага. Слушай, ну это неплохо. Это очень даже неплохо. Ну что? Сделаем с тобой вот так вот. Ну, эти трупики, сразу тебе скажу. Хиляться я не намерен пока. Уничтожаем. Так, и сейчас будем в лицо бомбить. Что там у тебя опять за заклинание выпало? 18 хп остается. 18 хп. Я не знаю, может быть нам... Давай так сделаем. Хильнемся с тобой. Надо держать уровень здоровья в норме. Так, а теперь посмотрим. Сейчас пойдут 100% эти ромашки с против... Нет. Грибы. Грибы. Я думал, будет ромашки свои эти выставлять с прочерком. Но все равно два в лицо тоже неприятно. А, нет, мы в лицо не получим. Получит вот этот вот у нас урон зомби. Весь урон поглощает он. Нормуль, пока терпимо. Пока, друзья мои, терпимо. Можем уничтожить сразу же, да, по идее. Но можем сделать с тобой и вот так. Хм. Вот оно началось. Вот оно началось. Не буду я пока хиляться. Уничтожает нам это. Безумие. Поехали. Пускай будет безумие. Так. 10 хп остается. Тут, короче, сейчас будет гонка у нас нехилая, я так понимаю. Будет гонка нехилая. Вызову призрака, да? Сделаем ему атаку не 3, а 2. Ну-ка. Так, 10 здоровья, да? 1, 3. Твою же налево, что делает, а? Давай-ка вот так вот. Окей. Погнали. Так, замечательно. И 5 здоровья. Жалко, у меня нет заклинаний каких-нибудь добивающих. Что мы с тобой можем сделать? Мы можем с тобой сделать вот так вот. И все, и только хильнуться потом. Сейчас лазербины пойдут. Я чувствую нутром. Короче, 1 единица урона, да? 2, 3, 4. Так, получается 5 урона мы... Нет, уже не получится. Так, ну это труп. Вот этот трупик. Вот здесь немножко будет похуже у нас с тобой обстановочка. То есть получается 3 в лицо. А, все, крышка. Друзья мои, мы выиграли. Мы с вами выиграли розу. Наконец-то, да. Немножко, конечно, пришлось покумекать. Но, тем не менее, как видишь, все у нас с вами получилось. Ну и мы с вами отправляемся в город, где будет нападение на город рассады. Ох, сколько там еще осталось у нас? Мало, мало. Блин, я дальше вот не знаю, ребята. Мы когда с вами пройдем это все, как мне за растение играть, ума не приложу. Потому что я эту бессмертию не могу побить.
Ну, будем на лиге драться. Кстати, кто-то просил, чтобы я почаще снимал игры на лиге. Я скажу тебе следующее. Вот мы пройдем с тобой задание за зомби. Потом я, больше уверен, задание за растение не смогу потянуть. И мы будем с тобой спокойненько драться на лиге. Но сразу хочу сказать, что я там буду отгребать по полной программе. Так что заранее можешь уже не расстраиваться. Ну что, друзья мои, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! I can be